Так, ты что ж с тобой делать? Наблюдение тебя ставить, ход терять. Давай попробуй походи. Отъехал. Весело. Ты молодец. Шо, подбегай давай. Надеюсь, тебя тут говнюк не снимет. Нет, он вроде как перезаряжайся. И давай подбегай. Все. Будешь снизу работать, дорогой мой. Так, ну он вроде как ничего полезного пока не делает. Решил через стенку пострелять. Пол здания спали там себе. 38. Пусть уже гранату туда швырнуть, как считаешь. Не, ладно, будем. Чё? Чё там долбануло? Ну, смысла вообще не было. Weapons empty. Can't engage. 42. Дай поближе подходи. Ой, блин, ты ж снайпер. Точно, чё я делаю? Надо попробовать с пистолета. 37. Вот, блин. Промах, ладно. Бывает. Ничего. Не расстраивайся. Блин, там еще эти. Нехорошие люди. Так, хотя там в случае чего никто не приходит. Ладно, давай так. Будем постепенно выводить этих еще бойцов. 5 ходов в конце концов осталось. Надо что-то делать. Нельзя тупить. Гранат нету. По сектоиду что ли попробовать пострелять? Да попробуй. Ну, хоть так. Next time будет лучше. Так, ты не можешь ходить. Ты тоже уже не можешь. Перезарядиться даже не может. Давай, стреляй. Сойдет. Аж даже материалы выпали какие-то. Посмотрим, что эти падлы будут делать. Только давай, никого не пугай там, ладно? Дезориентация. Сойдет. Дезориентация лучше под контролем, чем под контролем быть. Уже пол здания разбомбили. Ну, хотя вроде как еще пока держит. Ну, этот вниз. 3. Плохо. Аню нашу ранили. Окей. Или не окей. Ну, гранаты ты уже швырнуть не сможешь. Увести тебя, что ли, может, подальше куда. Давай, уходи. Будут пацаны отстреливаться. Гранату он туда уже не докинет. Давай, пытайся. Отлично. Я знал, что ты справишься. Чувак с ботинбагдами.
Давай попробуем. Почти. Четыре. Я даже не знаю. Надо этого как-то законтролить. Чтобы он нашу Аню не пошел бить. Или надо было потом стрелять. А уже раненый, да? Ух! Не-не-не-не-не-не-не. Давай, давай не будем так горячиться, ладно? Гранату будем туда швырнуть по хорошему счету. Я, наверное, так и сделаю. Не зря же я ее берег. Сейчас, наверное, так и сделаем. А тут я не могу швырнуть. Зато могу тебя подальше отвезти. Блин, 4 хода осталось. Печально. Подожди, ты гранату можешь швырнуть ему туда? А гранаты у тебя нету. Попробуй просто по нему пострелять. Может, крит вылетит. Если ты попадешь, конечно же, по нему. Давай пытайся по нему пострелять. У тебя получится. Молодец. Когда у него ХП на этот раз больше осталось. И ты... Ну, постреляй уже по этому. Больше процент. А, что-то, что-то это. Тебя надо вообще на наблюдение ставить. Ладно, жива, хорошо. Жива и хорошо. Сиди и прячься там. Забудь про это. Сволочь ты. Вот ты кто. Ладно, я его уведу оттуда. Если никто не возражает. Перехожу еще раз. Так, что у нас на этот раз имеется? Я могу перезарядиться и выстрелить. Но... Я сделаю немного иначе. Давай наверх, ползи. Тут и сиди. Может, по другим попросить поработать? Нет, надо сектоида убивать. Блин, а что, не потом попал? Ладно. Тут ему пацану надо гранат туда вниз закидывать. Закидывать я буду это отсюда. Да, меньше шанс попасть, но... Это будет дольше. Это будет не так приятно. Но это лучше будет. Хотя бойцы целыми останутся. Все-таки реализовал свой дамаг. Молодец. Ценю. Что ты сделал? Какую гадость на этот раз? Трупа поднял какого-то. Да, там поднял пацана. Но он снизу там. Вроде как ничего такого. Стой! Оглушение. Ладно, уж лучше оглушение, чем...
Давай к ему в ебало прямо разрядись. Крит. По-моему, ему приятнее. Или сектоида. Стоп. В теории. Блин, ты ж у нас... Воду ну свою перезаряди. Сюда давай. Все, походило, считай. Бей сектоида. Стукнуло в стену. 5 урона. Отдельно сохранимся, потому что я не знаю, что будет. 112. Пофиг на название. Попробуй. Молодец. Теперь этот дядька только остался. Все, ладно, нормально. Никто не пострадал, кроме здания. Давай перезаряжайся. Снайпер сейчас поработает. Не, подожди, 44%. У тебя сколько? 54. Ну и пытайся. Тебе же надо опыт получать. Плохо. Угу. Ну не попало, с ним не бывает. Чё ты расстраиваешься? Ну давай, снайпер. Я в тебя верю. Зря, наверное, верил. Дай хотя бы наблюдение. Слушай, а в теории... В теории могу попробовать попасть. Не повезло. Спецки гадости наделает. Не наделает или наделает? Под контролем. Да ладно. Все, что сейчас ходить не сможешь, приятель. Перезарядка. Подожди, не кипишись. Давай-ка огонь. Как так? Мне что, загружаться, что ли, предлагаете? Или что? Хоть ты попади. Слава тебе Богу. Давай, погибай там уже. Эвакуировать всех. Один ход. Я не успел. Придется загружаться. Ну, просто я сейчас тут так в тупую потратил несколько ходов. Реально в тупую. У меня было и так 4 хода. Подожди. Вот это. Отсюда загрузимся.
Вот как мне тебя за два хода туда доставить? Ума не приложу. Тут вообще на прорыв бежать надо, по сути дела. Вообще нереально, чё-то. Три хода. Три, мать его, хода. Один, допустим. Побежит она сейчас на прорыв. Один. Два, три. Нет, ребят, ладно, давайте будем завершать. Попробуем в следующей серии пройти эту миссию. С вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Пока.